Усаньда. Четырехкратный чемпион мира по ушу Саньда. Победитель двух всемирных игр боевых искусств в Пекине и Санкт-Петербурге. Обладатель официального титула «Король Саньда» Муслим Саликов. «Король Саньда» Fighting Eagle Хасавюр. Спортсмен в синем углу, 23 года. Вес 76,6 кг, рост 182 см. Профессиональный рекорд. 4 боя, из них всего одно поражение. Его соперник в красном углу, 28 лет, вес 76,7 кг, рост 181 см. Профессиональный рекорд. 4 победы, одно поражение. Филип Катарлич против Муслима Саликова. Рефери в ринге Виктор Корнеев, Россия. Fighter stood the center. Okay, gentlemen, you fight. 3 rounds, 5 minutes, okay? Don't beat head, don't beat back head and spine line. Don't beat elbow to head, only to the body. Локти только в корпус. On the ground, knee and leg only to the body. Okay, don't touch ropes, don't touch trunks, don't touch gloves. Listen my comment all time, shake your hands. Шажок в угол. You ready? Готов? First round, fight! Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств, бой длился 1 минуту 39 секунд. Нокаутом победу одержал спортсмен из России! Муслим Саликов! Король
Fighting Eagle has emerged.